клетка, как попугаецы. Дубовенко Наталья Викторовна. Это там. А вчера уже начали бомбить нас, Поломаряновку. Уже конкретно, уже дома начали взрывать, все, с пушек. А сьогодні викатили вже танки, там з Ліска виїхали. І начали, ми вже думали, що опять же з утра обстріл буде, і давай уїжджати оттуда. Тому що в мене, я говорю, інваліди два, от, одна лежача, одна теж. Ну, і прийшлося уїжджати. Я б теж вже пішов би їх би стріляти. Чесне слово, у мене руки трусяться, я їх би порозстрілював сам би. За Україну і за наших хлопців, які оце так погибають. Он, нельзя же их тоже бросить. В Чернобаевке сильно бомбят с самого первого дня. В Чернобаевке много разрушений. Мы даже не знаем, наш дом жив или не жив. Жив наш дом или не жив, мы даже не знаем вообще, потому что боялись туда поехать. Бомбят каждую ночь, что-то бам-бам-бам, постоянно, постоянно идут бои. Ой, первые дни мы жили в подвале, в многоэтажке, мы жили в подвале, 5 ночей мы спали в подвале, кушать не было чего, воды не было питьевой, мы боялись выйти. Потом нам начали волонтеры помогать, брат, с братом я созвонилась, он... І не матюкаємося. У них не только пушки торчат, они ждут большую, наверное, большой бой будет. Видели, неразорванные снаряды торчали. Это нам, конечно, было ужасающе. Херсон у нас полностью оккупированный. Там ничего хорошего. Мы, у нас прямая дорога на Крым идет. Мы доверяем тебе, молюсь в имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Аминь. Смотри, Костик, Костик, смотри, есть еще одна. Аня, давай. Нормально, оно пролетело сегодня по дому.